Здравствуйте. Сегодня 27 апреля. Время 13 часов 30 минут. Проходил через парк имени Янки Купалы и просто заметил, что уже включили фонтаны. Помните, я вам показывал, кто смотрит регулярно мой канал, видеосюжет под названием «Загадочные камни в парке имени Янки Купалы». И как раз рассказывал вам про скульптуру двух девушек. Это было где-то в марте, фонтаны еще не были включены, и они, конечно, после зимы были в плачевном состоянии. И вот, наконец, они дождались воды. Видите, какие сейчас чистенькие, прямо аж счастливые стали. Вот такой фонтан здесь, очень красиво смотрится, и девушки аж помолодели. Тогда, когда я снимал видеосюжет, в парке практически никого и не было, кроме меня. А сейчас очень много людей находится в парке. Погода просто отличная в Минске. Вот такая красота. Так что выходите из квартир на свежий воздух. В Минске очень много интересных мест и красивых. Я в свое время тоже очень сильно увлекся компьютером, там, играми компьютерными. У меня было очень тяжело вытянуть куда-нибудь. Но потом я пересмотрел свой образ жизни и понял, что я много времени терял просто напрасно, не замечая красоту, которая находится буквально рядом. Только надо немножко, чтобы было желание. Всего хорошего. Спасибо за внимание.